В Славянском районе возобновили одну замечательную и добрую традицию – проводить дни кварталов, на которых чествуют своих земляков, а еще душевно отдыхают с песнями и танцами. На одном из таких праздников добрых соседей побывала и наша съемочная группа. Вот так весело, зажигательно и по-доброму проходят в нашем городе дни кварталов. Очередной праздник соседей прошел в Северном округе по улице Проточной. Жителей поздравил с днем квартала и поблагодарил за активную жизненную позицию и вклад в процветание города глава Северного округа Михаил Михеев. Я хочу вас поблагодарить за активную жизненную позицию, за благоустройство ваших прилегающих территорий. С каждым годом наш округ и город Славянск на Кубани преображается. И этому всему была заслуга жителей нашего города. Еще раз хочу вам сказать спасибо. Есть такая поговорка: выбирай не дом, выбирай соседей. В нашем городе в большинстве своем соседи – это добрые и отзывчивые люди. А жители одного квартала живут как одна большая семья, которая поможет в трудные времена и вместе порадуется успехам других. Благодаря дням кварталов люди могут собраться вместе, что-то обсудить, пообщаться. А еще здесь отмечают благодарственными письмами и подарками тех, кто вносит свой вклад в развитие города, своим трудом делает его лучше. Были отмечены многодетные семьи, спортсмены, юбиляры семейной жизни – активисты. Дом образцового содержания награждается Сагаль Валентина Мефодьевна, улица Славянская, 4А. Такие праздники пройдут во всех кварталах города. Славянцы умеют трудиться, умеют и отдыхать. Дни кварталов и проводятся для того, чтобы дать возможность жителям сплотиться, почувствовать себя одной семьей и, конечно же, хорошо отдохнуть. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».